Книга Бытие, 36 глава. Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивиона, Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исаву Елифаза, Васимафа родила Рагуила, Оливема родила Иеуса, и Гелома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Хананской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо их имение было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Я пропущу чтение от 10 до 30 стиха, потому что это перечисление имен только, и начну читать с 31 стиха. «Вот цари, царствовавшие в земле Едома прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бела, сын Виоров, а имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Васоры. Умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Галаад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки, и умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховоха, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Хада-Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегетавеэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Это имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мивцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.